Так, ну что, близится у нас к началу произвольная программа в женско-одиночной дисциплине. Все-таки это соревнование года, оттого здесь будет страшнее всего. Ставки очень высоки. 17 фигуристок, и от всех хочется увидеть чистые прокаты. Кто еще не купил успокоительного, бегите быстрее, покупайте, торопитесь. Время еще есть. Кому слишком страшно, накрывайтесь одеялом. Приходит небольшое ощущение спокойствия, когда человек чем-то накрыт. Под кровать прятаться не советую, если вы не любите пылесосить. Но тем не менее позаботьтесь о том, чтобы сохранить свою нервную систему. Так что, конечно, безумно страшно. Уже даже руки дрожат. Будем надеяться, что мы выживем.